Волейбольная Мичка продолжает выступление на международном уровне. 7 февраля в рамках первого матча полуфинала Кубка ЕКВ кошки встречали на домашней площадке польский клуб «Банк БПС Факру». Очередной поединок престижного европейского турнира вновь вызвал живой интерес болельщиков. На трибунах собралось более 3000 поклонников волейбола, среди которых уже не в первый раз первые лица региона. События отчетного матча развивались стремительно и держали в напряжении от первого до последнего розыгрыша. Хотя на старте поединка соперник не казался грозной силой, и Амичка не без проблем, но вполне уверенно задавала тон игры. 25-21 на табло наши волейболистки повели. Вторую партию кошки начали эффектно. Первые розыгрыши сета и уверенные действия омских исполнительниц буквально срывали аплодисменты зала. Это не на шутку раззадорило польских волейболисток, и они начали отвечать. К середине второй партии игра у Амичек разладилась. Пока наставник нашей команды устранял игровые погрешности, соперник ушел вперед, и догнать его не удалось. 19-25. В волейболе есть примета: кто выигрывает третью партию, тот выигрывает матч. Справедливость этого утверждения предстояло проверить в этот день в СКК Блинова. В третьем сете борьба началась едва ли не с первого розыгрыша, а завершилась лишь на сетболе. Полячки демонстрировали уверенную подачу, а мички эффективно отрабатывали на блоке. В концовке партии игра пошла до первой ошибки, и кошки сумели выйти победителем. 27-25. Окрыленные успехом третьей партии, а мички принялись развивать его в начале четвертой, но гостям удалось выровнять игру. После увлекательных кошек-мышек в концовке партии преимущество в 3 очка сохранялось у Амички. Но развить это преимущество кошкам не удалось. Полячки остановили россиянок в шаге от победы и перевели матч на тайбрейк. К сожалению, болельщиков не воспользовались Амички и последним шансом превзойти соперника. 2-3 по партиям, и теперь в ответном поединке 14 февраля в Польше нашим девушкам нужна только победа. С такими командами, которые команда играла в Лиге чемпионов, и нам нельзя было не расслабляться, потому что так же, как и они, могли вести по 3-4 очка, мы могли догонять, и мы также ведем, они догоняют, и играли в равный волейбол, но не хватило нам. Будем стараться, у нас еще есть ответный мяч в Польше, будет очень сложно, команда дома очень хорошо играет, насколько мы видели видео, но будем стараться, мы не опускаем руки, терять нечего, мы очень хотим попасть в финал.